Всем привет! Вы на канале Калита Алекс. Представляем вашему вниманию кардан рулевой и кронштейн колонки, с помощью которых вы установите насос-дозатор прямо в кабину МТЗ-80 или МТЗ-82. Итак, при установке кронштейн монтируется в кабину трактора. На нем сделан специальный угол, который необходим для удобного использования и эксплуатации этого кронштейна. Кардан же, который шлицами заходит в дозатор, вы установите в отверстие с потаем, которое находится на кронштейне. Позже туда станет и дозатор, который зацентруется и притянется болтами. Кронштейн и кардан прекрасно подойдут для тех, кто не хочет ставить набор гур в кабину. Они компактны и эффективны. Но если вам необходим весь комплект, на нашем канале вы можете найти обзор по установке и эксплуатации таких наборов. Ссылки мы оставим в описании. Ну а для тех, кто не полностью знает предназначение этих деталей, небольшая справка. Кронштейн рулевой колонки под насос-дозатор – это опорная деталь, которая служит для крепления на вертикальной плоскости. Устанавливается кронштейн в рулевом управлении для установки после насоса-дозатора на него. После правильной установки всех комплектующих, а затем при их эксплуатации, вы почувствуете, что управление будет требовать меньше физических усилий, улучшится точность управления колес. Сейчас на ваших экранах вы увидите уже пример готового монтажа на тракторе МТЗ. Как видим, места много этот комплект не занимает. Кстати, после покупки вы можете звонить нам и консультироваться по поводу эксплуатации и установки этих деталей. Большими плюсами при установке не только этих деталей, но и всего комплекта является то, что насос-дозатор находится у вас непосредственно в рулевой колонке. Практически полностью отсутствует карданная передача от рулевого механизма к гуру. Сейчас на ваших экранах полностью весь комплект под дозатор для трактора МТЗ-82 для установки его в кабину. Все увиденные вами детали и комплекты в наличии. Звоните и заказывайте уже сейчас. Вы смотрели канал Калита Алекс. Ждем вас в нашей группе в Вайбере, которая ежедневно обновляется и в которой вы сможете найти себе любые ремкомплекты и запчасти. До новых встреч!